Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня у меня повторный заказ компании Avon по 17-му каталогу. Также новый каталог Faberlic 18-й 2019 года. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Так как просмотров у Avon больше, поэтому я вначале покажу Avon, ну и плюс бонусом Faberlic, так как заказ тоже небольшой. 17-й каталог заказ я вам уже показывала недавно, но почему же я опять лично для себя на 1000 рублей сделала заказ? Минимальная сумма заказа, да, от 999 рублей. В общем, девочки, причина — это Parisian Chic. Лимитка к Новому году, который будет только в 17-м каталоге. Решила я для себя повторить в запасике, потому что аромат действительно шикарный. Я открывать даже не буду слюду. Вот так выглядит этот аромат, которым я уже пользуюсь. Посмотрите, заказывала недавно, а уже столько нету. Аромат шлейфовый, не удушающий, сладкий, приятный. Даже иногда, знаете, такой перчинки, нотки перчинки ощущаю. В общем, я очень люблю, я обожаю этот потрясающий аромат. И я решила, ну а вдруг не будет в каталогах. Цена 599 рублей плюс моя скидка. Был второй заказ, 23% скидки. И этот парфюм мне обошелся 461 рубль с копейками. Если найти у кого-то там в бутиках каких-то есть, да, Avon продают, то они цены ставят, ну, дорогую. Тем более на те парфюмы, которые исчезают, мне кажется, цену они больше поднимают. А поэтому я решила, лучше закажу сама со скидкой. И в 17-м каталоге первый заказ. Оказывается, была страница: при заказе на 2000 можно было заказать приз. А при заказе на 2000 подарок за 100 рублей. А ведь у меня заказ был на 2500. Почему я пропустила эту страницу, я не знаю. Поэтому я решила заказать, выбрать подарок за 100 рублей, мужской парфюм. И что же мне пришло? Как и заявлено, Urban, да, девчонки, Urban Pulse. Да, так вот выглядит данный аромат. Ну, наверное, все знают, но ой, какой он классный, он, знаете, он не похож на, к примеру, если взять Elite Gentleman, который у меня муж вообще не любит. Мне кажется, этот аромат мужу очень понравится, потому что, знаете, вот есть схожесть с голубым Individual Blue. Такой приятный, неудушающий, есть какая-то свежесть, есть какая-то сладость. В общем, я не знаю, сколько они стоят в каталогах, 400-500 рублей, но за 100 рублей я не упустила, опять-таки, свой шанс. Это вторая причина. Ну и что же я еще? Я же добивала сумму на 1000 рублей. Почему-то тоже забыла в первом заказе заказать себе новинку тушь. И в этот раз я не пропустила этот шанс. Цена, конечно, не очень дешевая. 359 рублей, если я не ошибаюсь. И у меня идет цвет вайлет. Фиолетовый. Вот так это все выглядит. Пока не тестировала, но именно на тушь данную я обязательно оставлю фотографию в Инстаграм. Обязательно, потому что можно показать на фотографии, как будет выглядеть этот цвет. Какой классный. Обожаю фиолетовые карандаши, фиолетовые туши. Так что девочки хвалят, я смотрела у девчонок, поэтому у меня тоже есть такая теперь тушь. Дальше. Набивала сумму на 1000 рублей и оставалось рублей, знаете, где-то 80. И я выбрала с фокуса. В прошлый раз я взяла маску и крем для рук с авокадо. Решила выбрать крем увлажняющий с маслом авокадо, крем для лица для сухой и очень сухой кожи.
Такой крем для очень сухой кожи очень помогает мне в холода, потому что у меня по сути сухая кожа, ну а зимой становится, что с ним, конечно же, это проблемы. 100 мл, цвет такой же, как у маски и крема для рук. Приятный аромат, мне очень понравился, не надоедливый. Тестила я на руке данный крем, впитывается очень хорошо. Так что буду с удовольствием пользоваться. Все, вот такой был у меня заказ на 1000 рублей, и причиной тому стало парфюм Paris Enchic за 599 рублей. Он должен быть у меня в запасиках, тем более, раз он только один раз в каталоге, в 17-м. Я смотрела в группе Avon, а девочки многие уже расстроились, так как склад Москва, оказывается, вообще не приходят эти парфюмы, сразу говорят, горят красным. Склад Самара, мне очень повезло и в первый раз, и во второй раз, горел зеленым. И в конце, именно в заказе Avon, хочу оставить свой отзыв. Я обещала, но с тем, что многие знают, были проблемы с ногой, потом я болела, я в итоге просто забыла. Это Aroma Spa от Planet Spa, сладкие сны с эфирными маслами, французской лаванды и ромашки, ночная маска для лица, объем 50 мл. Текстура такая легкая, прозрачно-гелевая, наносится массажными движениями на кожу лица и на декольте, на шею и декольте. Впитывается маску очень хорошо, не оставляет эффект маски, не оставляет липкости. И утром, может, чуток я чувствую, когда умываюсь, но, знаете, это не мешает во время сна. Маска увлажняет, разглаживает как-то, знаете, девочки, кожа утром такая гладкая-гладкая, поэтому маска мне очень понравилась, и я рекомендую маску к покупке. Все, вот такой у меня заказ Avon. Давайте я отключаться ни в коем случае не буду, чтобы не сидеть, не соединять. Меня смотрят мои девочки, у меня одинаковые всегда просмотры. Поэтому вы что подождете. Давайте теперь перейдем к заказу Faberlic. Заказ Faberlic у меня был тоже на 1000 рублей. Охота была получить новый каталог, и необходимы были помощники на кухне. И в этот раз у меня в заказе только средства бытовой химии от дома Faberlic. Повторно я заказала, потому что у меня осталось уже чуть-чуть. Но очень мне понравилось средство с древесным углем для мытья посуды. Надеюсь, тоже не жидкое. Отлично пенится. Вообще не пачкает губку. Она сразу уже, когда соединяется с водой, превращается в прозрачный цвет. Отлично смывает жир. Прямо это моя любовь из всех концентрированных средств для мытья посуды. И цена была 149 рублей. Что же я заказала? Конечно же, уже все. Осталось буквально чуть-чуть, а в запасиках нету мыла для кухни. Была выгодна акция при покупке двух, каждые 85 рублей. Конечно же, мой любимый аромат — яблоко. И вторым я выбрала аромат экзотических фруктов. Тоже очень хороший. Теперь мне хватит конкретно на 2 месяца. Классное мыло для кухни. Следующее тоже была отличная акция. 279 рублей. Тоже рекомендую к покупке. Очень мне понравилось. Я им пользуюсь. Я работаю, как бы, и форма у меня белые рубашки. Белые у меня рубашки, у дочки белый воротник и белые футболки. Ну вот для чего, да? Отбеливатель кислородный для ослепительно белых вещей. Ну, классные средства. Там есть внутри очень удобная ложка. Так, она у меня, наверное, там внизу, да. Вот. И для полотенец, и для светлых постельных принадлежностей. Классные. 279 рублей плюс моя скидка. Еще взяла тоже по выгодной цене. Тоже обожаю это средство. Это универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Были по 99 рублей. Жалко, в этот раз без акции были нейтрализаторы запаха.
Поэтому тоже очень нужно. Муж тоже попросил приобрести. Но будем заказывать в первом каталоге по 149 рублей. Также нравится всей нашей семье. Пользуется и муж куртку чистит, да, и сын, и дочка. А влажные салфетки для удаления пятен. Вот, у нас еще уже один в использовании, поэтому взяла в запасики. Что же я взяла? Не стала смотреть я в этот раз никакую косметику. Косметики очень много и помад очень много. Решила набрать сумму порошком, потому что, ну, нужен был опять-таки. Есть жидкие порошки. А жидкими гелями мы стираем темные вещи, такие яркие цветные вещи. А вот именно на белые вещи, конечно же, лучше стирать порошком. И я впервые беру аромат «Альпийские луга». Вот, вроде да, немного порошка, но порошка необходимо чуть-чуть, поэтому мне тоже очень нравится этот порошок. Я знаю, что любители порошка концентрированно, ну, очень много. Ложку не стала заказывать, потому что у меня здесь и здесь ложка есть, и в том отбеливателе тоже есть ложка. Взяла пакеты, лично для себя вот такие вот самые большие, качественные, классные. Я с этим пакетом, с одним хожу за покупками фикс-прайс. Я хожу на почту за посылками, потому что громадное, удобное, выдерживает любой вес. И, конечно же, ходить в магазин приобрела вот эти вот размеры. Такие самые, самые лучшие. Вот. Красивые, прочные. Большие по 17, эти по 12 рублей каждый. Есть у меня один купон на зимние скидки. Потом у меня такой пакет. Я не отказываюсь от таких пакетов. Удобно с ними на работу носить там в банке суп, намотала, чтобы нечаянно что-нибудь не протекло. Вот такой был у меня небольшой заказ. Ну, очень довольна, потому что все это вот необходимое. А парфюм, я очень рада, что он был на складе «Самара». Буду тестировать тушь. Даже, наверное, завтра начну и готовить фотографию в Инстаграм. Ссылку я обязательно оставлю. В Инстаграм подписывайтесь на мой канал, пишите обязательно комментарии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока!